ничего, даже пухнуть не вижу. Удочку я проебал, вот для обеда. Я самохи положил, блядь, видать, на это. Ага. На машине. Он же ухуярил. Ну и пиздец, он где-нибудь упал. Она. Что ты хочешь свешать? Сколько? А. Мы вот хотели узнать, сколько. Нету весов. Ну, больше 4 килограмм. Чего у тебя за? Я снять хочу, не свежу. Снимай, снимай. Снимаю. Поднять. Давай мы тебя снимем, нахуй. Что, взвешивать будете, нет? А нечем мной. Нечем свешивать. А что тут нет? У кого есть канта? Ну, у кого-то есть. Ты поспорь сначала. Подожди, у кого есть канта? Дай мне, пожалуйста. Нету, нету. Вот у кого. Ёбаный спит, блядь. Из-за какой-то этой, блядь, этой бегущей. Ай-ай-ай-ай. Проблемы строим. Стыдно, блядь, уже, а? Мне стыдно. Ну. Все, будешь фотографироваться. Распорю нахуй, ёбаный. Где, блядь? Ау. Поспорь. На хую, что ли? Ну. В ведре-то 10 килограмм, но я же не могу определить конкретно 10 или 12. Мы петельку к ней привяжем. Да. А сейчас коленки, видите, могут подвести. Ладно. Хорош. Так, сколько говорит, сколько? 30 человек. А, сфотографировать ты хочешь как положено, да? Ну, да, у кадра нет. А видео сняли. Все, молодец. Кто поймал-то? Вот, вот, товарищ, вот. Все в YouTube выкладываем. Выкладывайте. Олег американцы. Константинович. Ну, Вася, Вася, Воль. Кто ты? Олег Константинович Вольф поймал ту рыбу. Все. Не кончайте ерунду. Американцам покажем. Это, покажите, пожалуйста. Да. Вот этого как человека Трампа покажите американцам. Он Трампа. Очень знаменитый человек, но он не хочет себя показать. А вот теперь с рыбой он прославится на весь мир. Да. Пусть Трамп увидит, блядь. Конечно. Какая рыба. Что такое Трамп? У нас в государстве водится, блин. Да. Ну. Вот молодец, да. Вот молодец, Олег. Вот сейчас никто не видит. Вот спрятал. Вот это надо было сразу это делать. А нехай его хвалиться, блин. Это дело обмыть надо. Трампу ты теперь попал, блин. Извини, пожалуйста, козел, блин. По-русски говоря, блин, ага. Ага, пизди, пизди, да, мы чутим, конечно. Мы ездим все время рыбачим, он все время, он специалист в рыбалке. Нет, все выложу, все, что сказали, выложу, все выложу. Пойдет, да. Я честно тебе, он больше всех ловит, лучше всех у него получается. Самую крупную рыбу. Он, ну, это местный, да, местный? Ну, там мы местные. Дело в том, что у нас наживки у всех одинаковые, он ловит, а мы нет. Ну, Георгия не так. Это фортуна. Фортуна, да, да. Ему... Так что имейте в виду. Он вообще специалист. Фартовый, значит. Да. Мы даже машину года два назад купили, вот эту машину. Специально для рыбалки. Хорошая. Вот на ней иногда ездим. Не часто, но иногда ездим. Ну, ловим. А куда деваться? Часто где-то было. Кило 200, да? Кто? 3 с лишним. А, это они говорят, а я говорю полтора. Ага. Ну, я грубо говорю. Ну, ты можешь не пиздеть. Я это знаю, да? Я-то знаю. Сегодня утром там на 3,5. Судака поймал? Судака. На Антоновском мысе там, да? А я не знаю, ну, вот он называется вон там, он туда далеко, Антоновский мыс. В Токаревке. Коса, где это коса? В Токаревке. А, ну, значит, Антоновский мыс. Я откуда? Где щука? Да уже мы ее разрубили, все как ее надо. Кантер, у тебя есть с собой? Ну, Вова! Кантер есть, слышишь? Я, а где кантер? Неси! Давай, давай сюда кантер. Покажи мне щуку. Да вон она! Олег, давай сюда бегом. Вот сейчас давай кантер сфотографируй. Давай сюда, ебаный. 3200, ну не бойся. Нет, 3,5. Нет. Вот эта щука чуть-чуть меньше, чем та, которую поймал Владимир Владимирович Путин. А поймал он щуку на 21 килограмм. Ну это маленько поменьше. Ну все равно пойдет. Ну-ка. Нет, вы это, бумажку-то уберите. Ой, кого? 2700. Где карта твой?
20. Нам надо заснять. Вы ерундой не занимайтесь. Дайте кантель. Я просто вот так вот покидаю в руке. А он что сказал? Кантель, дайте. Что он сказал? Да уходи ты нахуй. Ну человек пришел. Блин, хорошая сюда. С камерой. 2700. Где? Покажите. Трешка точно есть. Где 2700? 2700. Дайте кантель мне, пожалуйста. Давай взвесим, посмотрим, конечно. Все на YouTube. Вечером выкладываем на YouTube. 2700. 3200 он сказал. Кто? Вот везде пришли. Ой, блядь. Ну, блядь. Сейчас все споры. Вот и здесь споры. Ну кто, сколько? 2700. Трёха. 3. 3780. Вот она. Василий Николаевич, иди. Кантель-то китайский у тебя, наверное. Братка, ну признайся честно, на килограмм врёшь. 3700, нихуя вы его чё, охренели что? Ну я почти не хочу. Все неправильные, иди залупайся. Ну иди, иди. Пошли, пошли, пошли. Я не знаю. Пошли, кого тут? Куда идти там? Так, ладно, возвращаемся. 3800, щука. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш видеоканал, смотрите наши ролики, следите за новостями. Нажмите вот на этот колокольчик, и вы будете получать уведомления о всех наших новых видео, которые мы выкладываем на наш канал.